Друзья, всем привет! Пришлось собрать такую кровать, такая мебель бэушная. Тут темно, вот я фонарик применяю. Я могу видеть! Я вижу! Качество съемки не очень. Смотрите, проблема, да, какая? Вот вы кроватку увидели, вот эту вот. И вон торчит конфирмат, ну, крепеж мебельный, у боковины. Мебель бэушная, раздолбанная. Ну, и собираю из того, что есть, да, знакомым. И опять же я вот с этой штучкой. А у тебя нет такой штучки? Какой такой штучки? Видите, опять же, с ней. Можно, конечно, применить и не только ее. Сейчас я положу. Вот, пусть это лежит. Кто-то говорил, что вот пружинный можно, да, поворотный. Вот такой вот у меня есть переходник, да, вот он гнется так. Сейчас я покажу, здесь неудобно. Вот, вот. То есть, ну как я туда завернул, вот это, он не полностью гнется. Угла нету. Кто-то говорил, вот такой помягче можно, да, то есть вот он помягче. Туда завернуть, но он, у него тоже загиб, видите, какой слишком большой поворот. Сейчас нельзя двигать вот эту кровать по той причине, что, ну, разболтается, я там поймал момент такой, что можно как бы зацепиться, а если с движением, то вылетит потом опять этот крепеж. Вот, давайте посмотрим, кто-то говорил, что раз в пятилетку это нужно, ну вот, допустим, вот, пожалуйста, сейчас загоню туда. Не знаю, видно будет вам, не видно, но так или иначе попробую. Вот. То есть маленькая отверточка, кто-то говорил, что можно все это дело прихватывать. Я считаю, что и такой отвертки даже нет. Снимаю один, как всегда. Все по чесноку показываю. Вот, видите, вот, вот притянул. Ну и как вы думаете, нужна эта штука или нет? Я тут фонариком подсвечиваю, здесь нет света. Вот притянул, вот смотрите, видите, вот этой штукой, вот она выручает. Двигать уже нельзя, так и будет стоять. Ну чуть-чуть я придвину к плинтусу, конечно. Вот такая вот приблуда, да? Нужно. В итоге собрал я эту кровать. Сейчас парочку штрихов последних для видосика. Показуха! Кстати, для чего длинная бита? Для того, чтобы можно было куда-то подлезть, не задевая патроном детали мебели или чего-либо еще. Тем самым не царапая сам шуруповерт и сам материал. Мне не нужна длинная бита. А зачем нужна длинная бита? Вот для чего. А вот вам и длинная бита. Всем спасибо, всем пока.